Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 29 июля по 4 августа. Происшествие. В 18.40 29 июля в единую диспетчерскую службу района поступило сообщение о том, что мужчина 1972 года рождения отдыхал в компании на карьере в районе дач СНТ «Новые» и пропал. Личные вещи находятся на берегу. 29 июля в результате поисковых работ дежурной смены поисково-спасательного отряда в 21.00 обнаружено тело погибшего. С 9.35 до 11 часов 29 июля в городе Амурске произошло нарушение в подаче холодного водоснабжения, вызванное аварией на трубопроводе. В результате холодная вода не подавалась в дома по проспекту Октябрьский 21 и 23. В 19.07 29 июля в ЕДДС района поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в виде сумки в подъезде по улице Пионерская, 17. Сотрудниками отдела полиции Амурского района проведена проверка. Угроза не подтвердилась. В 10.53 30 июля в городе Амурске в шахте лифта подъезда номер 3 по проспекту Комсомольскому, 81, при ведении ремонтных работ сотрудниками ООО «РЭМ» была обнаружена змея. Спасатели поисково-спасательного отряда змею отловили и выпустили в лес. В 9.10 31 июля в приемный покой КГБУС АЦРБ обратился мужчина 1987 года рождения с термическим ожогом грудной клетки и правого плеча, полученных в результате розжига огня. Лечение амбулаторно. В 18.05 1 августа на станции в Мылке на территории склада хранения труб для строительства газопровода ООО «Профконсалт Инвест» при загрузке сорвалась труба и придавила мужчину 1984 года рождения. Пострадавший скончался до прибытия бригад и скорой помощи. Пожары в поселениях. В 12.22 29 июля в городе Амурске по проспекту строителей 12 произошло загорание автомобиля «Жигули». В час 29 5 августа в городе Амурск по улице Лесная, 6, произошло загорание мусора на контейнере и площадке на площади 3 метра квадратных. В поселениях района произошло пожаров и загораний 2, из них в Амурске 2. Пожары ликвидированы силами противопожарной службы.